Привет, я Юрий, с новой дозой новостей для тех, кто не смотрит новости. Коротко и ясно о событиях в мире в четверг. Назван обвиняемый в резне в школе в Пенсильвании. Это 16-летний Алекс Храйбл. Ему предъявлено обвинение в попытке совершения нескольких убийств. 16-летний старшеклассник попытался устроить бойню, вооружившись двумя ножами, и он ранил 22 человека. Оскара Писториуса вновь допрашивают в суде в Йоханнесбурге. Судят знаменитого легкоатлета за убийство его девушки Ривы Стинкамп на день Валентина в прошлом году. Вчера им показали фотографию окровавленной головы Ривы, и он разрыдался уже не в первый раз в ходе процесса. Он говорит, что застрелил ее по ошибке. В Швейцарии построили новый самолет на солнечных батареях. Создатели хотят отправить его в беспосадочный полет вокруг света за 5 дней и ночей. Энергию для самолета вырабатывают 17 тысяч батарей, а размах его крыльев больше, чем у гиганта Boeing 747, при том, что весит он как легковой автомобиль. В Таиланде традиционный фестиваль, и начался он с массового обливания водой. Сотни людей и десятки слонов как следует охладили прохожих в жаркий апрельский денек. Фестиваль проводится по случаю Нового года. Отмечая его, по традиции моют статуи Будды и пожилых людей. Ну а я лучше в ванну с пузырьками. На нашем сайте все больше новых видео. Заходите, смотрите. До связи.